Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня появилась очередная новость. Закинули картинку с новым питомцем. Не знаю, очередной заяц. Сейчас вам его покажу, выведу. Вот так вот он выглядит, новый питомец, летающие яйца, в общем, чего стоило ожидать еще, ну, в принципе, кому не Пасхи, наверное, будет яйцами имитация, или это его одно такое большое, кто его знает, в общем, не знаю, что там по поводу скина будет, ну, думаю, опять же, будет донатный питомец, там, либо редкий очень, посмотрим. Но интересно, что он будет делать. Очень, наверное, будет по яйцам бить героев. Кто его знает? В общем, пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, не знаю. Реально дичь. Но я жду скинов. Я жду, что будет в магазине. Это очень интересно, потому что никто ничего не знает еще. Я думал, будет уже сегодня обнова. Она будет, скорее всего, ближе к следующим выходным, либо вторник, среда, где-то так, как обычно. В общем, посмотрим, что у нас получится. Так, что у нас сегодня на английском сервере? Сейчас посмотрим. Что есть интересного? Ребят, это просто жесть, посмотрите. Ну, за десяточку можно. 2000 сундуков. Ну, а почему бы не забрать? Жесть. Точнее, кагашек. Две ремки. Супер. Вот это скидки. Реально стоящие скидки. Вот это тоже надо будет забрать. Космозапак. Супер. Реально очень круто. Праймруны 100 штук уже. 800 камней, ребят, камни увеличили в 3 раза. Посмотрите, здесь уже по 300 продают. А значит, будут, скорее всего, новые сундуки какие-то, не знаю. Посмотрим. Вот, розу можно собрать, огник и лазуля за пак. Супер. Прикольно. Приглашают меня срезиться. В общем, английский сервер, как обычно, полный трэш. Красавчики. 63 самоцвета. Вот так я 7 лямов натащил. Так, окей. С этим разобрались. Поехали. Посмотрим, что у нас на русском сервере делается сегодня. Интересно посмотреть, какие здесь плюхи. Что здесь интересного есть. Ну, английский сервер удивляет. Так, это у меня основа. Ну, давайте, ладно. Заберем. Коли дают, то заберем. Такс. Что у нас интересного есть? Интересно войти в игру. Карты таланта, императорская, подарки. Тут заработай на героев. Короче, ничего такого нет. Тут нет. Рынок. Да. Да. Заберем плюшки. Поехали на китайку, посмотрим. Что же нас все-таки ждет на китайке? Я думаю, что-то будет мега имбовое. Такс. Ну, такое 10. Опять питомцев дают. Так, средний пак. Огник, в принципе, роза за 2 собирается. Ну, такое себе. О, ожоги продают. Это надо будет забрать однозначно.
Ожоги, но здесь нет. Посмотрите, что делается на английском сервере. Реально, там скидки в два раза. Так, хорошо. А что, у нас нету акции на трату или ее завтра добавят? В принципе, наверное, завтра добавят. Такс. Давайте заберем эти попытки. А, какой завтра? Через 5 минут будет это. Я что-то рановато начал смотреть. Китайский сервер. Ну, 5 минут придется нам. Покинтоваться, подождать. Так, 34-е. Что там у нас против красных? Надо серых собрать. Давайте сейчас попробуем их жарить нубогероями. Ну как, относительно нубогероями. Хороший бузончик, кстати. Так, наверное, уберем. Ничего себе, смотрителя нет. А что нет? Зеленых очень много набрал. Это ужасно. Ой, блин, это самое мое нелюбимое. Надо Атланта сюда брать. Вообще какие-то... И то нового героя здесь. Вот разница, блин, вообще жесть. Офигеть. В английском, конечно, 30-е прорывы. Ну, бешеная разница. Я вот смотрю, 20-й, 30-й прорыв. Разница очень велика. Давайте пока забежим. На английский сервер, пока там у нас будет обновление акций, посмотрим, может, что-то интересное новое будет. Вот 30-е прорывы на 45-м. Казалось бы, просто налегке слились. Ну, а дальше все. По шаблончику. Вот посмотрите разницу. Это 45-е, ребят. Это 45-е. Как у меня герои держатся на 45-м по сравнению, блин, с 20-ми. Ну, там 20-х, там 20-х, конечно, нет. С обычными. Правда, седну там слили. А, она у меня не срезом, а такая. Рефрейм надо. Ну, разница в разы. Лучше не держится. Я не знаю, что дальше будет. Посмотрим. Ждем обнову. Я думаю, во всяком случае, будет очень-очень интересно посмотреть, что же там нам приготовила IGG. Ну, питомец очень интересная тема. Посмотрим, что он сможет. Так. Пару секунд и глянем, может, на китайке что-то новое добавят. Что там у нас в Бравле? А, я сегодня заходил, забрал скин на Барли. Надо опять начать играть.
Вжух, вжух. Такс. Смотрим. Смотрим, что нам подготовили китайцы сегодня. Так, это у нас что за найм? Затрату 160к. Ну, супер восьмой эмблемки добавили. За покупку, вот покупаете 3000 самого против 300. Так, что еще интересного добавилось? Все что ли? Так, здесь добавился пиратик с огником. Показывал я вам уже его. Еще одна какая-то акция. Так, это понятно. Тут скорее всего за покупку, потому что там 600 стоит. Да. И усё. Больше ничего нет, к сожалению. Ну, в общем, ждем, посмотрим, что за питомец. Очень интересно посмотреть, что он будет делать. Все, пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Еженеделька скоро. Всем удачи, всем пока.